пестрые улицы. В администрации говорили о новом формате работы в сфере наружной рекламы. Недостойное поведение. Во время футбольных матчей в Армавире наказали 6 фанатов. Сносят за нарушения. Торговый павильон в районе дома быта разбирают по частям. Смотрите программу новости по будням в 19 часов, повторы в 6 утра, в 19:30 и в 12:30 дня. Видеоверсия доступна на сайте городармавир.ру.